В Алматинской области ведущие ученые и эксперты Национальной академии наук при президенте провели полевой семинар «День поля». В рамках встречи обсуждались вопросы развития сельского хозяйства и водных ресурсов. Одним из острых вопросов стала проблема дефицита воды, а также ее последствия для экономики и продовольственной безопасности страны. По словам специалистов, для ее решения необходим комплексный подход, а именно развитие научных исследований, привлечение инвестиций и совместная работа с населением. Отмечу, гости семинара ознакомились и с новейшими разработками в области водоснабжения. Нам нужны специалисты с образованием. У нас всего 5 колледжей по республике. Ежегодно готовим 100 гидротехников, а спрос 2500. Во-вторых, у нас должны быть образовательные центры. А что касается дефицита воды, то тут нужно пересматривать имеющиеся программы, так как они уже давно неэффективны. Мы аграрное государство, и мы должны сами выпускать качественную технику.